Сотрудники полиции вычислили водителя грузовика, который сбил балку с путепровода на проспекте Свободный в субботу. Из-за этого происшествия пришлось даже перекрыть движение. Виновником оказался 63-летний мужчина. На своем мане он сорвал железную конструкцию, не вписавшись в габариты по высоте. Нарушителю грозит штраф 20 тысяч рублей, лишение прав на срок до 6 месяцев. В Емельяновской школе номер 1 учеников раньше времени отпустили на каникулы. Эта мера вынужденная. Около 20% детей заболели гриппом и ОРВИ. Сейчас в крае как раз начало эпидемического подъема заболеваемости. В Красноярске эпидпорог уже превышен. Специалисты предполагают ввести запрет на массовые мероприятия в закрытых помещениях в Красноярске. Отменить кабинетную систему обучения, при необходимости принимать решение о полном или частичном закрытии школ. В Красноярске полицейские накрыли нарколабораторию. Двое мужчин приспособили арендованную квартиру под теплицу. В комнатах обнаружили 74 куста конопли. Оборудование для культивации растений, весы, удобрения, а также две емкости с готовым наркотиком общей массой 218 граммов. Теперь им грозит до 20 лет тюрьмы. В Красноярске заметили целое стадо моралов. 8 оленей увидели в Свердловском районе недалеко от нацпарка «Столбы». Очевидцы даже смогли запечатлеть их на мобильный телефон. На этих кадрах видно, что олени находятся в каких-то 30-40 метрах от людей и почти их не боятся.